Четвертый у нас короткий день. Ребята, у кого микрофон выключаете? Мы вас всех слышим, у кого там в четверг короткий день. Выключайте микрофоны, кто не говорит. И давайте будем с вами начинать. Италия. Да. Добрый день еще раз всем, у кого-то уже вечер. Смотрите, какая у нас обширная... Меня слышно? Да, слышно. Да, все, отлично. Просто я говорю, да, со мной параллельно еще включаются ребята, думаю, наверное, меня не слышно. Всем еще раз огромный привет. А давайте мы с вами будем начинать. Для тех, кто меня не знает, зовут меня Быкова Ксения, я сама из России. Пришла я в компанию BeFree в мае 2021 года. Да, у меня уже почти 3 года, как я здесь. Ну и пришла, да, как большинство людей, потому что жила я в студии 18 квадратных метров, платила за нее ипотеку, у меня были кредиты, я не скажу, что было много, так, по чуть-чуть, да, работала на тот момент в школе учителем физкультуры. То есть жизнь, как говорится, не сахар, да, половину своей зарплаты я отдавала банку, на половину зарплаты, на $150, я выживала. И бегала, искала, где же я еще смогу заработать, потому что, ну, сами понимаете, да, что можно купить, да хоть сейчас, хоть в 2021 году на $150, это коммуналку заплатили, ребенку за садик, нужно же покушать еще и одеться. Вот, поэтому вот бегала везде, где только было можно. Попадались мне в основном продуктовые компании. Была я в одной инвестиционной компании, то есть, ну, если будет интересно, да, потом вам в конце голосового могу про это немножко рассказать в сравнении, да, с компанией BeFree. Но скажу одно, денег я там не видела. Придя сюда, увидев этот маркетинг, честно, я просто обалдела, когда я увидела, да, то, что всего лишь 2 человека, что такое 2 человека, да, когда вот вокруг нас посмотрите, сколько людей, да, а если мы работаем в интернете, это вообще больше 8 миллиардов, вот, и 2 человека это возврат, а дальше только чистый 100% доход, вот такого не было нигде, ни в инвестициях, ни в продуктовках, ни где-либо еще, и... Что я увидела, да, здесь компании было почти 3 года, я увидела обычных простых людей, таких же, как и я увидела очень много пенсионеров, и они меня очень сильно поразили, потому что, да, у пенсионеров когда телефоны появляются? Уже, да, в таком возрасте, скажем так, ну, не с детства. Я не скажу, что у меня там он был с детства, у меня телефон появился, когда я была в 7 классе. Жили мы не очень так богато, да, поэтому у кого-то были, может быть, они и раньше, но вот у меня только в 7 классе появился телефон, а у пенсионеров вообще у некоторых на пенсии. Вот у меня в команде есть Валентина Бохан, ей вообще внуки и дети подарили телефон, да, то есть уже все, когда она не работала. И пенсионеры... приходят, и они все делают, и у них это все получается, и я про себя подумала, почему я-то до сих пор сижу, надо идти и надо действовать, то есть за 2 недели я приняла решение, что я буду здесь, я дождалась свою зарплату и зашла в компанию BeFree, ни капельки не пожалела, потому что, да, зашла я в мае, а с июня 2021 года я сюда уже ни копейки не вкладывая, иду и только зарабатываю. Спустя год ко мне присоединяется муж в команду, и вот мы работаем теперь всей семьей. Купили мы квартиру, сделали здесь ремонт, купили машину, и теперь у нас идет строительство дома. То есть, ребят, не прошло 3 лет еще, да, и вот такие кардинальные изменения, то есть сравнивая 10 лет жизни в найме и 3 года жизни здесь, это просто небо и земля. Поэтому я каждому советую, вот сейчас я буду рисовать маркетинг, берите ручки, листочки, прям вот вместе со мной рисуйте, разбирайтесь и просто залетайте в эту компанию, потому что она будет существовать долгие годы, деньги здесь все у людей, да, мы немножечко поговорим о том, да, о тех компаниях, где есть общие кошельки, и вы увидите разницу, то есть у нас все деньги у людей. Компания сама на рынке, да, уже почти 6 лет, то есть 21 августа мы будем отмечать 6-летие. Работаем мы уже в 49 странах мира. Когда я сюда заходила, было 23 страны всего лишь, да, уже 49. И когда приходят и спрашивают, а можно вот из этой страны работать? Можно из любой. Если есть желание, хоть откуда, хоть с Марса работайте, реально можно всем. Вот. И существует компания всего лишь на $5. Когда мы приходим, да, раз в год, мы платим $5. Разделите на 12 месяцев. Сколько это будет?
да, центов. Это просто копейки для открытия бизнеса. Дальше мы для себя выбираем площадку, с которой мы будем стартовать. У нас есть программа Everyday, где деньги на каждый день, и программа Автохаус, вот куда заходила изначально я, потому что я шла за квартирой. Я понимала, что в студии 18 квадратных метров, ну, это просто жить нереально, да, и на тот момент я еще была в разводе со своим первым мужем, то есть я одна воспитывала ребенка. Когда пришла в компанию BeFree, я уже познакомилась, да, уже будучи партнером компании BeFree, но уже со своим вторым супругом, да, и когда я сюда заходила, я понимала, что мне нужна квартира. Я не могу жить, ютиться в этой студии. Ну, представляете, что это такое, да? У меня теперь кухня 19 квадратов, то есть раньше я вот так вот жила, я жила 6 лет, вот. И поэтому, да, я пошла сразу за большими деньгами. Вот. И начнем мы с вами сегодня с программы Everyday. Со стола $150, да, денежного нашего стола, который крутится по закольцовке. Смотрите, вот приходите вы, да, вход $150 плюс 5 за развитие проекта, за то, что у нас техподдержка работает 24 на 7, различные промоушены из этих $5, обучение от Александра Бека, вебинары от Татьяны Романовой также проходят через кабинет там, для партнеров только, да, то есть, ну, это вообще ни о чем. Вот. И что нам нужно, чтобы вернуть эти деньги? Всего лишь два партнера, ребят. Когда два партнера вот так вот друг по дружку, первый, второй встает вниз, мы забираем свои $150. Все. На этом больше никаких вложений. Дальше можете пошагово двигаться и зарабатывать. Только, да, плюс, только стопроцентные плюсы, да, уже с третьего шага. Кто же может приглашать людей, да, вот в эту матрицу? Стол 150 работает по своему алгоритму, автохаус работает по своему алгоритму, да, поэтому конкретно в этот стол, вот сюда вот в плечики, да, под вами два местечка вот эти, сюда можете пригласить вы партнеров, да, а может успеть сработать раньше вас партнер, который сразу стоит над вами. Почему заполнение только, да, двумя людьми идет? Потому что вот эти выплаты идут человеку, который стоит над вами. Не админу, который пришел сюда почти 6 лет назад, да, админ там высоко-высоко, все выплаты через одного. И вот в эту выплатную линию вашу можете поставить людей вы, а могут партнеры, которые встали к вам в плечи. Но денежка эта приходит вся полностью вам. То есть смотрите, давайте я уберу, чтобы было понятнее. Да, вот пришел первый партнер, я уже сказала, да, второй вы забираете свое, тут же забираете на карту, выводите, не надо ничего ждать. Встал третий партнер в матрицу, у вас плюсом $150. Ребят, я такого, правда, не видела просто нигде. Приходит четвертый партнер в плечика, выплата человеку, который стоит над вами. Пятый партнер в матрицу, 150 опять ваши. И шестой партнер в матрицу, вот эти $150, ребят, они вам на руки не отдаются. Они вам открывают новый чистый стол. Вот он у вас открылся. И ребята, которые пришли к вам в команду, они зарегистрировались по вашей реферальной ссылке, они точно так же закрывают свои матрицы. Ну вот, например, да, в плечиках встала Аня. Аня вот сюда закрыла свою матрицу. Да, вот она у нее, все, закрыто. Это ваш лично приглашенный партнер. И тоже с последнего местечка Аня бежит к вам. Все, она встала к вам, там Анины партнеры встали, например, к ней в матрицу, здесь поставил вам вышестоящий, к примеру, кого-то, да, матрица там дальше закрывается, все, вот они $450 ваши. То есть с одними и теми же людьми, плюсом командная перемешка. Вы постоянно зарабатываете, первый стол, второй, третий, любой, хоть 525-й, без разницы абсолютно, вы зарабатываете по $450 здесь с одними и теми же партнерами. Можете приглашать новеньких, ради бога. То есть это не запрещено. На регламент компании у нас пригласить минимум двух людей, которые сделают те же самые действия. Все, дальше у вас, да, уже пошел результат. И опять же, да, это чистая математика. Ну, будет у вас два партнера, например, там Аня и Оля. Они также, да, постоянно бегут за вами, у вас уже летит денежка. А будет у вас, например, там 5 партнеров, да, там Саша, Маша и Даша еще придут. Зарабатывать, согласитесь, вы будете гораздо больше. 2 человека за вами бежит или 5, да, или 10, например. То есть здесь зависит от того, за какими вы идете деньгами. Вот хотите зарабатывать больше, чуть поактивнее поработать. У кого-то микрофончик, очень большая просьба следить, потому что у меня фонит. И в записи будет тоже фонить, ребят.
Не вижу у кого. Так, смотрите, да, что у нас происходит дальше. То есть стол 150 мы с вами разобрали, он классный, он здоровский, он прикольный, но зарабатывать по 450 долларов – это круто, но это не так много. То есть, да, все-таки большинство людей идут в интернет, ну вот я, по крайней мере, да, шла за большими деньгами. И это сколько нужно закрыть матриц, вот посчитайте, да, чтобы заработать, например, 10 тысяч долларов. Огромное количество матриц, да, то есть есть программа Автохаус, которая дает вот эти деньги с теми же, например, даже четырьмя партнерами, да, но гораздо быстрее. Вот, как можно попасть в программу Автохаус? Можно купить сразу стол на 300, как это сделала я, да, я чуть позже открывала себе площадку 150, недельки где-то через две, вот, а можно со стола 150 перейти в программу Автохаус, немножко поработав. Каким образом? То есть первый стол вам дает вернуть 150 и заработать 300 долларов, а когда у вас открылся второй стол на 150, вот сюда встал партнер в плечико, да, и вот тут два партнера встали вниз. 150 плюс 150, в сумме получилось 300 долларов. Ни копейки не ушло админу в кошелек. Вот за эти 300 вам открылся Автохаус. Можно перейти таким образом. Как еще у меня переходят ребята, я чуть попозже вам расскажу, да, чтобы это было быстрее, со стола 150. Вот, но пойдемте с вами в Автохаус. Пойдемте сразу за большими деньгами, здесь гораздо-гораздо интереснее уже будет. В Автохаусе матрицу могут заполнять вообще совершенно любые партнеры на всю глубину. Партнер, который стоит вот здесь над вами, он может вам, да, вниз также ставить партнеров и заполнять матрицу. Естественно, вы пришли поработать, посидеть, мы никого не зовем. Например, ваш пригласитель, да, стоит где-то тут высоко-высоко, он тоже может вам сюда-сюда, да, хоть куда поставить партнеров. То есть управление вниз на всю глубину. И вот этим хорошо, матрицы заполняются гораздо-гораздо быстрее. Как, да, эти 300 долларов здесь, да, либо вернуть, либо заработать, также в два шага. Партнер в плечо, партнер вниз, у вас 300 на баланс, выводите их сразу, ничего ждать не надо. Денежка уже ваша полностью, компания не берет никакой комиссии. Дальше, когда у нас заполняется матрица, вот эти три ячеечки снизу, встал, например, сюда Паша, да, 300 долларов внес, сюда Лена встала, сюда Оля встала. 300 плюс 300 плюс 300 в сумме получается 900 долларов. Вот эти 900 долларов открыли нам площадку на 900, да, мы здесь поработали. Паша, Лена, Оля, там Маша бегут также за нами, да, мы в два шага эти 900 забрали себе на вывод. Здесь поработали, здесь в два шага все себе забрали. Здесь точно так же, 900 плюс 900 плюс 900, перешли мы в стол 2700 долларов, в два шага мы забрали 2700 на вывод. Ребят, мы вложили только 300, да, а здесь мы уже 2700 забираем. Благодаря тому, что наши одни и те же ребята бегут постоянно за нами. И три партнера прибежали наши, опять же, сюда встали. 2700 плюс 2700 плюс 2700 получается в сумме 8100. И нам открывается четвертый всего лишь стол 8100. В два шага мы забираем 8100 с теми же самыми партнерами, которые, да, вот тут к нам пришли, они за нами передвигаются. Мы можем им помогать, чтобы они быстрее передвигались. Вот. И дальше самое приятное начинается. Все четыре местечка вот здесь выплатные. То есть вы перешли с суммой 8100, вы ее забрали. Приходит второй партнер вниз, мы забираем на вывод 7200. Приходит третий партнер вниз, мы забираем на вывод 7200. Четвертый партнер вниз, мы забираем на вывод 7500. То есть в сумме 30 тысяч долларов, ребят, 30 тысяч долларов. Это обалденные деньги, на которые, да, уже можно себе, ну, мечты свои воплощать. Вот, помимо того, что мы забрали эти деньги, согласитесь, круто, когда мы с одними и теми же людьми пообщались однажды, да, вот я 3 года назад пообщалась, а они постоянно за мной перебегают, у меня летит доход уже. Круто, да, вообще очень здорово. Вот, и хочется, чтобы это продолжалось все дальше. Поэтому в четвертом столе нам даются дополнительные бизнес-места. То есть почему у нас выплата идет 7200, да? 8100, вычитаем 7200, получается 900 долларов. Вот за эти 900 долларов нам дают 3 дополнительных бизнес-места в стол на 300. Еще 7200 выплата, еще 3 бизнес-места.
И там, где 7500, два дополнительных бизнес-места. То есть еще 8, ребят, бизнес-мест нам дается дополнительно для того, чтобы мы шли и дальше зарабатывали. Так, смотрите, как можно их расставить. Да, немножечко так расскажу в двух словах, чтобы тоже понимание было. Вот дали вам, да, вот сюда партнер встал, дали вам три бизнес-места. Первое летит за вашим пригласителем, да, куда-то встает к нему в матрицу. То есть мы друг за дружкой сюда передвигаемся. Два местечка можете расставить самостоятельно, куда хотите. Можете, так, Татьяна, я вам пока микрофончик выключу, чтобы не фонило. Можете поставить вот так вот друг под друга ваши места и 300 забрать еще на вывод. Можете поставить вот так вот треугольником, да, чтобы сверху ваши местечки были. Можете помочь партнерам, без разницы, куда хотите, да, в стол 300, туда вы их и расставляете. Это тоже очень классно, очень удобно. Вот. Далее, следующее вам три бизнес-места точно так же. Да, можете прям вот полностью всю матрицу своими местами закрыть, если ваши места полетят раньше, чем полетят партнеры, да, к вам уже своими клонами. Вот. И идти потом уже партнеров вниз расставлять. Ваши места будут еще быстрее, быстрее, быстрее убегать. Вот. И смотрите, ребят, еще какой плюс в автохаусе. Здесь в столе 150 мы делаем только одно бизнес-место, потому что стол закрылся, обрезался, открылся новый. И он так по закольцовке крутится с одними и теми же людьми. В столе 300 мы можем делать себе хоть сколько бизнес-мест. Если мы одним местом идем, мы зарабатываем 35 тысяч долларов. Если мы делаем два места себе, мы в два раза больше уже зарабатываем. Если три, то в три раза больше, да, ну и так далее. Поэтому у нас есть командная стратегия, что мы уже с первого круга, да, не ждем, когда мы его пройдем, а мы уже с первого круга делаем себе золотой треугольник. Три бизнес-местечка вот так вот выстраиваем. У кого есть возможность, то они сразу, ребята, приходят, 900 долларов, все, у них три места встали. У меня такой возможности не было. У меня зарплата 300 долларов была на тот момент, когда я сюда заходила. Поэтому, когда я стала партнером, мне ребята помогли сделать за одни и те же 300 долларов золотой треугольник, пошагово выстроить. То есть я работала, да, ко мне в команду ребята шли, и я вот этот треугольник выстраивала себе пошагово. Но смотрите, какой огромный плюс. То есть во второй матрице, да, я уже вот в столе 900, я уже заработала 3 выплаты по 900. То есть пошагово, да, 2700 долларов плюсом дала мне вторая матрица. Здесь 450. Здесь напишу, давайте, чтобы видно было, да, 450. Третья матрица. В столе 150 опять дает мне 450 долларов. Третья матрица в автохаусе пошагово дает 3 выплаты по 2700, то есть это 8100. Партнеры одни и те же. Да? Допустим, 4 человека здесь, 4 человека здесь за мной передвигаются. Вот. И четвертый стол здесь опять дает 450, а здесь четвертый стол с тремя бизнес-местами дает мне 90 тысяч долларов, ребят. 90 тысяч долларов. Плюс каждому из трех мест еще по 8 дополнительных бизнес-мест. Да, на второй круг я ухожу, у меня там уже выплат значительно прибавляется. То есть вот она, огромная разница в деньгах. Да, я думаю, сейчас каждый из вас понял, почему выгодно очень заходить в автохаус. Вообще, если есть возможность, заходите сразу в две программы. Потому что параллельно будет работать и Everyday, и автохаус. То есть денег лишних не бывает. Это как бизнес. Открыли вы магазинчик, да, он у вас работает, приносит доход, все хорошо. Если вы его, да, расширите, например, по площади, он у вас будет уже больше, или еще один откроете, денег будет больше. Ну, также и здесь, да, открыли программу вторую, все, и работаем в двух программах. Одни и те же люди у нас и там, вот, и все вместе дружно идем зарабатываем. Какие есть вопросы по маркетингу, по компании? Вот теперь берите микрофон и включайтесь, мы с вами будем общаться. Ребят, включайтесь, я вам микрофоны включила всем. У кого какие есть вопросы? Не знаю, как вас зовут, у вас циферки написаны 1463. Ну и так далее. У вас микрофончик включен. Да, меня зовут Эмин. Ага, очень приятно познакомиться. Меня этот Антонина Шемелюк, этот, она мне посоветовала, да, вот, я вот хочу вот тоже, да, вот, зарабатывать тоже, да, вот.
Какие есть вопросы по маркетингу? Вот то, что я сейчас рассказывала. Нет, пока что нет у меня. Да, вот я просто Пока слышу, нет. пока нет. Пока нет. Угу. Пока все понятно. То есть определяйтесь, за какими деньгами идете. Да, если большие, в автохаус прямиком. Если есть возможность, сразу две программы открывайте, заходите. Долго не тяните, ребят, вот серьезно. Почему так советую? Потому что сама жалею. Вот где я была эти 3 года, когда компания уже существовала? Пришла бы я сюда раньше, да, жизнь бы изменилась на 3 года раньше. Поэтому вот не сидите, не ждите. Не пойму никогда тех людей, которые сидят там по 2, по 3 года. У меня недавно женщина написала: «Ксюша, я в команду». И я смотрю, говорю: «Ой, мы так давно с вами общались». Она говорит: «Да, 2 года назад я тебе написала, я 2 года наблюдаю в гостевом, я не верила, какие-то страхи, да, внутренние были. Но вот сейчас я вижу, что все работает, решилась, что я хочу заходить». То есть не сидите, ребят, долго. Вот 2 года, да, за 2 года у меня жизнь перевернулась с ног на голову вообще полностью вся. Я уже забыла, что такое вот жить на эти $300 в месяц, да, выживать. Кто сидит, наблюдает, вообще ничего же не изменилось. Вот, поэтому как можно скорее ищите возможность, чтобы зайти. Может быть, вопросы появились у кого-то, ребят? Включайтесь. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, такой вопрос не по маркетингу, а вопрос вообще про движение. Есть ли какой-то инструмент, ну, то есть какими вы пользуетесь инструментами для привлечения людей? То есть это что там, какие-то определенные соцсети, или, ну, и по какой-то определенной технологии, или каждый сам как хочет, так и привлекает. Есть ли какая-то вот схема, по которой можно пойти и смотрите, привлекать людей? Я поняла, да, я вас поняла. А смотрите, Михаил, когда мы попадаем в команду, вот вы купили бизнес-место, мы вас добавляем во все рабочие чаты, и мы вообще, способов работы много, ребят. Можно работать в любых соцсетях, можно работать, да, на земле, хоть как. Да, можно в мессенджерах различных работать, то есть способов очень много, это уже с пригласителем с вашим, вы как партнером станете, обговорите, но мы непосредственно самый действенный способ, который вообще мега круто работает, мы учим, как сделать так, чтобы люди из соцсетей вам писали сами. То есть ваша задача, да, просто общаться с людьми, которые будут писать вам в Телеграм. Люди, которым интересно, а как же можно зарабатывать, которые хотят свою жизнь поменять. Вот, и все. То есть обучение у нас каждодневное. Мы проводим рабочие созвоны каждый день в рабочих чатах. У нас есть обучение от Александра Бека в личном кабинете BeFree. И непосредственно, да, спонсор вас также ведет за ручку, обучает. Каждый день он с вами тоже будет на связи. Поэтому в отличие, опять же, да, скажу, от продуктовок, где меня учили спамом работать, делать 100-500 страниц в ВК, там, в Инстаграме, ко всем добавляться, ко всем написывать, это самый ужасный способ в мире. Вот, здесь научим вас совершенно по-другому, и, ну, согласитесь, приятнее, когда вот вы там кому-то написали, да, и вам человек отвечает, и вам также люди будут писать и говорить: «Ой, Михаил, расскажите, как вы зарабатываете?» Все, вы вот пригласили на голосовой созвон, да, Ксюша там, к примеру, проводит, все, Ксюша за вас рассказала, человек к вам в команду пришел. То есть мы даже вот таким образом помогаем друг другу. В гостевом чате посмотрели информацию, ваши гости сказали: «Я в команду». Да, опять же, они пришли к вам, потому что вы их туда добавили, вы их туда пригласили. Поэтому здесь можете даже не переживать, всему научим, все расскажем, подскажем. Вот. Так, ребят, давайте я по поводу обучения вам еще покажу в кабинете, да, как это все тоже работает, то, что вот у нас оно есть, но пока не забыла, пока у меня файл открыт, я вам хотела рассказать про финансовые пирамиды, да, про общие кошельки, в чем разница, потому что очень много людей, я в том числе, когда пришла сюда, я не понимала, что такое финансовая пирамида. Я думала, что это туда, где нужно приглашать людей, и туда, где нужно делать вложения. Вот честно, сейчас смешно вот самой над собой, а вот раньше я реально так думала. Поэтому я бегала и всего кругом боялась. Вот. На самом деле, да, там, где нужны люди, это бизнес. Там, где нужны вложения, это тоже бизнес. Ну, вот я всегда сравниваю с землей. Открыли вы там какой-нибудь магазинчик, там салон красоты. Что нужно? Миллионы вложить. Здесь самое большое – это $300, чтобы миллионы заработать. Придет к вам 2 человека, да, в ваш салон красоты или в магазин.
ну, миллионы никак вы не отобьете себе обратно, а здесь вы обратно деньги свои забрали. Здесь пришел третий и последующий, одни и те же люди приходят, бегут за вами, у вас доход только растет, увеличивается и стопроцентный. В бизнесе на земле такого не будет, потому что ежемесячно в аренду вложи, в конверте отдай, там, да, за товар продавцам, за свет, там еще куда-то, то есть, ну, нету там стопроцентных доходов, а у нас они есть. Вот, и оказывается, да, что такое финансовая пирамида. Вот пришел админ нашей компании, да, и вот пришел админ, создал финансовую пирамиду. Так напишу, ФП. Вот, а когда к нам приходят партнеры, да, вот пришел один, второй, да, денежка через одного всегда идет. Вниз выстраиваются через одного. Тут уже структура большая, там следующий партнер пришел, следующий, следующий, да, то есть деньги пришли сюда. Через одного они все идут. А финансовую пирамиду вот пришло там, да хоть 100-500 людей, да, туда-туда все уже поприходили. От каждого, кто пришел, деньги идут в кошелек админу. Все админу идут. Все вот так вот идут админу. У админа все туда скопилось, складируется. И он выдает там процентики малюсенькие каждому. Каждый день, там, да, по одному, например, проценту или по 3% в день. Вот она и разница. То есть нет вот этого общего кошелька. Когда у человека есть общий кошелек, естественно, да, его легко закрыть и с этими деньгами убежать. Человек смотрит тут, да, пришло в этот месяц, там, например, 1000 человек, а в следующий месяц там 100 человек. Ему же не рентабельно, он же деньги-то отдает, он же не будет из своего кармана вам отдавать. Вот, он смотрит, все, мало народу идет, закрывает это все и открывает благополучно месяца через 2-3 что-нибудь похожее, одно с другим названием. Плюсом, что еще в финансовых пирамидах? Это отложенные балансы. Вот здесь у нас, да, два человека встали, все, 150 вы забрали, 150 вы забрали, третий встал. Когда вам выдают там, ну, пусть даже по 5% в день, да, вы говорите, ой, тут накопилось у меня, я хочу снять. Вам что скажут? Подожди, подожди, пусть еще покопится, эту сумму снимать не надо, или у нас только от такой суммы, да, можно снять. Вы смотрите на эти красивые циферки у себя в кабинете и не можете, да, понять, а что же мне с этими деньгами-то делать. Вроде я богат, там уже такая сумма накопилась обалденная, а вывести я их не могу. Да, вот, вот она и разница. То есть вот там, где деньги скапливаются в одном месте, никогда в жизни туда не ходите, бегите оттуда. Ну, если вы, конечно, пришли, да, в надежную, хотите попасть в компанию, которая будет существовать долгие-долгие годы. Вот. И давайте я вам еще открою личный кабинет, хотела, да, тоже показать, как он внутри функционирует. Стеня, еще момент, пока вы открываете личный кабинет. Вот какой, какой курс сейчас? Вот, ну, 150 долларов. Ну, к какому курсу сейчас? По какой стране? По какой стране? Ну, по России. По России у нас 100 рублей идет сейчас внутренний курс. Смотрите, расскажу вообще тогда, как он у нас... Не дает! Все, Николай убежал. Так, смотрите... Вопрос можно? Сейчас, секундочку, я сейчас отвечу. Давайте по поводу внутреннего курса. Пока микрофончики, кто хочет задать, выключайте. Смотрите, каким образом у нас внутренний курс формируется. К нам можно зайти через Perfect Money, можно через Payeer, да, завести деньги в личный кабинет. И сейчас еще там одну платежную систему ввели. Я про нее говорить ничего не буду, потому что пока ничего сама не изучала, да, поэтому не буду ничего перевирать. Вот, то есть через электронный кошелек. Когда мы идем в электронный кошелек, там курс доллара, кошельков, да, в этих кошельках разный. Он каждый день плавающий, он меняется. К банкам он никакого отношения не имеет, слова совсем. То есть в банке свой курс, в обменниках свой курс. Плюсом обменники чем живут? Процентами. Да, они зарабатывают за счет процентов. Вот, поэтому мы смотрим, вот, да, обменника, например, которым я пользуюсь, надежным, они тоже разные бывают. Я смотрю обменник, я смотрю курс доллара, да, который там, плюсом проценты в этом обменнике, и вот он формируется внутренний курс. Вот, на что еще смотрите, да, я когда заходила, я не знала, что такое обменники, я не умела ими пользоваться, ну, и вот у меня в команду большинство людей приходят точно такие же, они, что такое, да, я не знаю, и, соответственно, мне было проще просто перевод сделать с карты на карту, чтобы мне завели доллары на кабинет, вот, а, соответственно, я завела-то деньги один раз, да, вот я пришла в 2021 году,
Тогда курс у нас был 82 рубля. Доллар не падает. Посмотрите, да, с любого там лохматого года, да, доллар только растет, растет, растет и растет. Он был тогда у нас 82. Я как зашла, да, два человека встали, я по 82 также вывела. А теперь я всю жизнь зарабатываю. Доллар растет, зарплата моя растет, так же, как и каждого партнера, который у нас в команде. Вот, поэтому мы здесь никогда ничего не теряем, мы наоборот здесь зарабатываем. В магазине цены растут, а у нас зарплаты растут. Это очень-очень круто. Вот. Ну, думаю, здесь понятно, да, объяснила, как у нас курс формируется. Какие, ребят, еще вопросы были? Включайтесь. Добрый вечер. Микро... Да, Егор, добрый. Добрый вечер. Зайти в автохаус нужно с маркетинга деньгами или можно личными? Можно личными. Я заплатила сразу, личными. 305 долларов платила, да. Как переводится на личные? Вы можете или через обменник, вот как я сейчас рассказывала, да, самостоятельно это все делать, или своему пригласителю написать, сказать, я хочу внутренним курсом заходить, помоги, подскажи, найди мне человека, у кого есть по такой-то стране доллары сейчас, и все. Вы с карты на карту перевод делаете, человек вам тут же переводит доллары в ваш кабинет. Вот смотрите, у меня кабинет открыт, видите, вот баланс, то есть у вас сразу денежка вот здесь вот сверху на балансе отразится. Все, две минуты это делается, и не надо мучиться будет ни с какими обменниками. Так, хорошо, спасибо, понятно. Игорь Левченко, выключите, пожалуйста. Ага, спасибо большое, трансляция. Так, у кого-то еще был вопрос, ребят? Все, да, вопросов пока нет больше. Вот смотрите, да, у кого плохо видно, можете прям на телефон нажать на мою картинку пальцем, он будет у вас на весь, моя картинка на весь экран у вас будет, чтобы ее было еще лучше видно. Так, хотела показать вам, да, вообще, что у нас есть в кабинете. Вот оно у нас обучение, вот, да, обучение. Старт MLM, обучение от Александра Бека, вот это 2020 года, а это новое обучение, да, от Александра Бека закуплено. То есть если вы самостоятельно пошли его покупать, но это сейчас очень дорого, да, в России это больше миллиона стоит сейчас. Здесь вы бесплатно, спокойно открываете и обучаетесь. Очень полезного, много, ну вот на самом деле очень много всего, чего человек обычный, простой, когда приходит в интернет, не знает. Обучение мега крутое. Практикум это проводит у нас для партнеров Татьяна Романова. Кто был вчера на вебинаре, да, вы уже с ней знакомы. Дальше идем. Если мы нажимаем слово «офис», открываются у нас все площадки, которые у нас работают. Да, вот сверху это программа Everyday, снизу это программа Автохаус. Почему на маленьких столах я не задерживаюсь? Потому что они переходные. То есть да, у нас доходы со 150 долларов начинаются. Но есть люди, которым реально купить продукты не на что, да, поэтому они заходят с площадок чуть поменьше. Вот. А так, конечно, всегда заходите со стола 150, чтобы у вас были уже с третьего шага деньги. То есть кто хочет мало работать и много зарабатывать, да, то начинайте с площадки чуть побольше. Вот он стол 150. То есть сколько их уже, да, вот закрытых столов, вот, ну, тут можно дальше листать, да, очень-очень много. И что я вам хотела показать. Так, ну, любой стол давайте откроем, да, вот 28 числа. Вот мои партнеры, да, стоят в столе. Или перемешкой кто-то ко мне прилетел. Вот Юрий Ренженов мой партнер, Нелли мой партнер, Валентина Бохан мой партнер, вот Юля мой партнер, да. И пойдемте посмотрим в других столах. Чтобы... Давайте последний стол открою, чтобы, да, было наглядно видно. Вот у меня Валентина прилетела. Да, она в том столе у меня, и вот она в этом столе, вот она сюда прилетела. Сделала мне сегодня сюрприз только что перед... Я голосовой уже кнопочку включала, она мне написала: «Ксюша, лови меня, я к тебе прилетела». Вот, понимаете, как это все происходит? То есть там у Валентины стол закрылся, она ко мне пришла. Вот Лена мой партнер. А у Лены тут уже вниз пошла матрица. У Валентины тоже. Валентина, вы метеор. Да, у нее тоже пошла заполняться матрица, и я поздравляю. Это мой новичок, которая пришла ко мне в команду вот совсем-совсем недавно, на днях, ребят, вот смотрите, да, я прям с вами, можно сказать, на прямом эфире это все узнаю. У Лидии пришел возврат 150 долларов, она сама еще не успела сработать. Прибежала Валентина, мой партнер, к ней пришел ее партнер, и Лидии вернулись деньги, все.
дальше она только пойдет зарабатывать. Ребят, это просто обалденно. Лидия, если вы на трансляции, я вас поздравляю. То есть вот так это все работает в столе 150. Можно любые столы, да, вот предпоследний стол открыть, да, тоже. Так, сейчас я найду, где Елену, кто у нас там открывался-то. Да, то есть партнеров много перебегают. Вот Лена, видите? У нее стол закрылся, она ко мне побежала, вот он, видите, закрытый. И вот она ко мне прибежала в последнюю матрицу мою встала. Вот сюда попало. Вот. То есть наши одни и те же люди, они постоянно бегут за нами в столе 150. Но этих столов нужно закрыть много, чтобы заработать хотя бы 10 тысяч долларов. Вот. В автохаусе все гораздо проще. Да, и, ну, в автохаусе не пугайтесь, у меня уже мест много, да, я уже третий год. И так, ну, давайте, да, любой стол открою, да, давайте вот этот стол открою. Вот, видите, мы выстраиваем, да, и без разницы и на втором, и на третьем, на любых кругах, треугольничек, чтобы мы были выше, и наши партнеры встают вниз уже под нас, и местечки бегут наши уже дальше, да, перебегают друг за дружкой. Вот открою, например, эту матрицу, видите, у меня у девчонок тоже здесь выстраиваются. Треугольнички идут, вот, и мы таким образом, да, со стола 300 бежим в стол 900, со стола 900 в 2700, ну, вот давайте вот так тоже, да, откроем, так откроем, вот, видите, треугольник выстроился, партнеры мои прибежали, встали ко мне, да, вот оно одно место закрылось, вот второе закрылось, да, вот третье закрылось. И одни и те же люди друг за дружкой мы перебегаем. Вот я вам сейчас открою матрицу 8100. Обратите внимание, да, это стол 900. Вот он сверху виден. Да. Так, вот он, Леша стоит. Вот у меня Света, Ксюша, Нелли. Сейчас я вам найду, у меня Юрий еще 8100. Вот он, Юрий, да, в столе 900. И смотрите, 8100. То есть одни и те же партнеры перебегают за нами. Так, давайте вот тут откроем. Вот видите, Нелли прибежала. И вот партнеры, да, выстроились. Вот Света, Ксюша, Леша прибежал. Так, вот Юрий прибежал. Да, видите, одни и те же люди, мы бежим друг за дружкой, перебегая уже в стол 8100, отсюда уже летят выплаты. Плюсом наши места, да, бегут также сюда. Вот, и также можно посмотреть на числение. Вот с левой стороны, да, у нас. Вот даты, какого числа они были, там можно листать. Все три года, практически три, которые здесь работают, да, и вот они, начисления, которые нам приходят. Про 150 я уже молчу, да, чуть ли не каждый день, вот 4-го, 5-го, какого тут, 2-го числа, да, то есть они постоянно, на постоянной основе у нас летят. Ну и плюсом большие столы, да, вот тут на этом слайде, вот 24-го выплата 8100. Вот, да, она большая. Поэтому вот так вот это все работает внутри, в кабинете, да, чтобы каждый мог увидеть, как это все функционирует. То есть мы ни от кого ничего не скрываем. Деньги можете забирать сразу, полностью. Пришло 8100, можете забирать 8100. Можете пошагово частями выводить, как хотите. Да, вот у меня на балансе сейчас 4000 долларов еще висят. То есть, да, могу прям сию секунду взять их, вывести. Могу пошагово их выводить. Здесь уже смотрите сами. У кого-то, может быть, еще вопросы появились, ребят? Задавайте, включайтесь. Так, если вопросов нету, то я думаю, все идем регистрироваться, активироваться и уже зарабатывать вот такие шикарные выплаты. Нет, на самом деле, если вопросов нету, то, ребят, залетайте, просто залетайте в команду. Да, слушаю, кого-то слышу. Включайте микрофончик. Кто-то включил, друзья, выключил. Всем привет, это все реально? Это все реально. Я вам показываю свой кабинет в прямом эфире онлайн. Все, я вас услышал. Чуть позже вопросы будут еще. Хорошо, можете пригласителям задавать вопросы, можете в чате в гостевом задавать вопросы. Так, вижу у Тани микрофончик и Марине. Звать меня Татьяна, я из Казахстана. А как вот с налогами? Потому что если на вывод уходят такие суммы большие, это же вопросы будут. А смотрите, чтобы не было никаких вопросов, да, ну вот изначально вообще, что мы делаем? Когда я пришла сюда, я совмещала с работой в школе.
Вот, я из школы, естественно же, да, что делала? Отчисляла налоги. А здесь я потихонечку, я пришла, я сначала зарабатывала там, да, по 300, по 900, вот мне приходили, я выводила их по 2700, потом пошли доходы, ну, по 150 параллельно, да, летели. Пошагово потихонечку это все выводим, выводим, выводим. Вот, налоги отчислялись из школы. Спустя полгода я со школы ушла, я уволилась. Ну, смысл там, да, ходить с утра до ночи, если можно дома вот зарабатывать такие деньги. Вот, и... Ну, а дальше уже смотрите сами, когда вам летят такие выплаты, там, да, по 800 уже на постоянной основе, спокойно оформляйте себе ИП или самозанятость, да, спим спокойно, нас никто не тревожит, не дергает, налоги отчисляем, поэтому здесь можете не переживать. А через банк можно будет эти деньги выводить или нет? Или только через кошелек? Можно, конечно, можно. Вот я сегодня выводила вчера на банковскую карту. Можно на разные карты, ребят, без разницы, не только на вашу. Можно там на карту мужа, мамы, брата, свата, хоть кого, хоть подруги. То есть карты мы не привязываем к кабинету. Мы, получается, да, вот выплата пришла, например, там девчонки мне сегодня написали: Ксюша, там нужно 155 долларов. Я даю им карту любую абсолютно, они делают мне перевод, я им завожу 155 долларов на кабинет. По их логину, вот логины, они у нас вот с левой стороны, видите, у меня Ксения написано, да, и все, спокойно, то есть на любые карты можно, хотите через электронные кошельки, хоть как там, то есть способов достаточно много таких, вот, и выводите. У нас очень много ребят, кто банкротство делает, и у них, соответственно, да, карты заблокированы, вот, поэтому берем любую другую карту и выводим на любую другую. А какие Ксения, еще вопросы? Добрый... Ксения, добрый день. Ой, добрый вечер или добрый день, я не знаю, у нас вечер уже, правда. Казахстан, Ирина. Да-да-да, Ирина, слушаю вас. А, Ксения, смотрите, я вчера смотрела вебинар Татьяны Романовой, и она говорила про вывод через криптовалюту. Но я так поняла, что три платежки. Да-да, все правильно. Да, Ирина, все правильно. У нас появилось недавно еще вывод через криптовалюту. Я про него ничего не могу сказать. Я не изучала еще, как там это все делается, поэтому пока не могу ничего сказать. Можете написать пригласителям вашим. Они вам видео даже скинут, снято видео, как это делается. А, хорошо. Просто до этого я спрашивала, сказали нету. А вот вчера на вебинаре я увидела, что Татьяна как бы информировала, что, говорит, третий еще есть... кошелек. Да, да, да. Угу. Совсем недавно это... появился. Ну, тогда не надо будет налоги платить. Я понимаю. Ну, здесь уже, да, здесь уже каждый же сам смотрит. Кто хочет, тот платит, да, кто не хочет. Зависит от того, в какой стране еще мы живем. Можно же выводить деньги пошагово на разные карты, как, да, и ну, определенные смотрите, суммы... Нет, ну на разные карты, понимаете, ну раз вы вывели куда-то 2, 3, 4, а другие люди, ну те же скажут, а мы как теперь налоги будем платить? Это же тоже будет вопрос, как бы, ну разрешат несколько раз, а потом это будет же заметно. Ну в зависимости от того... платить? От того, с какие суммы вам приходят. Ну если вам приходят там, да, уже, ну ладно... По 10 тысяч долларов еще можно как-то, да, вот так вот пошагово выводить в течение месяца там, да, вот, еще будет не так заметно. А когда приходит гораздо больше, ну, здесь, честно, лучше заплатить налоги и спать спокойно, честно вам скажу. Но мы не хотим налоги платить, мы через криптовалюту будем выводить тогда. Ну, или, да, выводите так, через криптовалюту. Здесь как вам удобнее, да, поэтому... Мы и так налоги платим, как бы, и спим спокойно, и тоже не спим спокойно. Нет, смотрите, Ирин, если вы где-то еще работаете, да, вот когда я совмещала, да. Я вообще не запаривалась, потому что я со школы платила налоги и все. То есть у меня и так они отчислялись. Но это ваш доход, ну, Ксения, смотрите, это ваш доход со школы, а это еще доход, вы же тоже должны с этого налоги платить, государство. А это подработка моя была. А, ну, смотря как, ну, ладно, все понятно. Да. Ну, тут, да, каждый... Угу, да, да, каждый тут сам уже решит. Спасибо. Ага, спасибо большое. Ксения, вот еще один вопрос у меня есть. А, смотрите, если одного человека найдешь, а второго вот, ну, не получается найти, там может кто-то помочь там или как-то? Или такого нету здесь?
Смотрите, у нас заполнение идет матриц командная, то есть мы все равно будем перемешиваться. Вот я только что показала, да, в столе 150, такой сюрпризик. Вот, открою еще раз. Да, вот видите, это мой последний стол, тут осталась одна точка, я лечу опять к своему пригласителю, к Валентине. Вот сработала, я сработала, да, Валентина прилетела ко мне, Лидия – это мой новый партнер. И Валентина сработала, пригласила, да, или это или новичок, или старичок, часто, не знаю, наверное, кто-то из новеньких. Все, Лидии пришла денежка обратно. То есть она еще сама ничего не успела сделать, она зашла несколько дней назад. У нее уже 150 долларов обратно вернулись. То есть командное заполнение идет, но то, что вы одного пригласили, а второго не сможете, это ерунда полнейшая. Вы сможете все, и вы, когда сюда зайдете, когда увидите такие деньги, вы захотите с людьми делиться этой информацией. Тем более мы вас научим, как грамотно это делать, как правильно, да, чтобы люди вам писали сами. И я здесь уже третий год, я до сих пор рассказываю об этой компании. Вот Лидия ко мне совсем недавно пришла. То есть я не могу, ребят, молчать. Вот если бы мне Валентина Беляева однажды не рассказала о такой возможности, я бы до сих пор сидела в школе и получала бы эти нищенские 300 долларов. Я жила бы с ипотекой до сих пор на эту студию 18 квадратных метров. И она со мной поделилась, я ей безмерно благодарна, и вот так вот жизнь моя перевернулась. Да, мне хочется, чтобы везде у людей было такое счастье. То есть если мы отдаем добро, делимся добром, оно к нам и возвращается. А если мы, да, в мир несем негатив один, что хорошего? Тогда ничего. Если бы она сидела молчала, и ей ничего хорошего, и моя бы жизнь не изменилась, да, я бы сидела, молчала тоже, ну, и я бы свою жизнь не поменяла, и люди бы не поменяли, которые уже пришли ко мне в команду, вот, поэтому делиться захочется, и вокруг мир будет совершенно другим, вот, так что придут люди, не переживайте, даже не два, а больше. Да, конечно. Здравствуйте. Вы мне скажите, я правильно, я сегодня вот только зашла, значит, я должна внести сюда сумму 150 долларов, на как-то на карту перевести, и еще должна следом привести сюда двоих человек. Я правильно поняла? Не обязательно 150, площадку выбирайте сами. Если вы за денежкой на каждый день, стартуйте со 150. Если вы за большими деньгами, вот, например, чтобы квартиру купить, машину, там, долги свои закрыть, если они у вас большие, там, да, ипотеку вот я шла, закрывала, это автохаус стол 300. И позвать нужно минимум, да, у нас регламент компании, минимум двух людей. Можете больше, если хотите, ради бога, да, минимум двух, которые делают те же самые действия. Понятно. Ну вот вы мне скажите, а если эти двое не найдутся следом, которые придут? Ну, по вашей версии, что кто-то приходит, все, возможно, они найдутся. Но гарантии возврата денег никаких нет, просто честное слово, правильно? Но где гарантии возврата, ой, возврата дохода в найме? Где гарантии, что вас не уволят завтра, что предприятие не закроется? Нигде нет никаких гарантий. У меня, например, деньги на депозите лежат. У меня, конечно, у меня даже гарантии государства есть, до скольки-то миллионов мне вернут. Я вообще ничего не боюсь. У меня там нету миллиардов. Я не депутат, я обыкновенный работяга. Ну, а вот тут вот вообще же никаких нету гарантий возврата. Просто ваше честное слово, правильно? Правильно. Честно я вам скажу, на депозите тоже гарантий нету. Смотрите, конкретно давайте по BeFree пойдем. Да, сейчас нигде гарантий нет, вы правы. Да, сейчас нигде нет никаких гарантий. Смотрите, конкретно по BeFree. Тут четко установлены правила. Нужно пригласить минимум двух людей. Если вы двух пригласите, я вам даю 500% гарантию из 100, что вам деньги вернутся, и вы тут же заберете их на карту. То есть у нас обязательно нужно пригласить двух человек. Деньги вернутся моментально. Как только второй встал, все, они ваши. Забирайте, выводите, дальше у вас чистый доход. Вот за это я гарантию даю. Компания, в августе компании будет уже 6 лет, как это все работает, и выплаты все через одного человека идут. То есть оно работает безупречно. Вот Валентина ко мне встала сегодня в матрицу. Вот она прибежала, закрою. Вот, видите, вот она встала сегодня ко мне в матрицу. Вот они начисления пришли тут же, 5-го, в 17:37. Да, в 18 часов я начала голосовой, вот они, эти 150 долларов прилетели. То есть программа работает безупречно. Самое главное, чтобы вы делали все, вы будете делать, вам будут выплачивать со 100% гарантией все деньги. И выводить вы их будете точно так же, да, со 100% гарантией. Компания не берет никакой комиссии. Комиссии берут кошельки. Ну, кошельки работают не только с BeFree, кошельки работают вообще везде. Вот, поэтому кому нужны деньги, да, вот если так сидеть и рассуждать, ой, а вдруг там все, да, не получится ничего, вдруг там рухнет что-то, нет, можно просидеть.
Вот послушайте, вот вы, вот мы вносим, пусть возьмем такую минимальную сумму, $150, да, но я понимаю, что если это был бы завод, акции были бы, что-то, но это же просто какая-то группа, которая организовалась, она зачем-то хочет собрать, как вы эти деньги множите, как вы это отдаете, это же вообще непонятно. Это... Мы их не множим. Вы, наверное, не слышали, да, я маркетинг рассказывала? Я только не зашла где-то полчаса назад. А, все. Все, я поняла. Смотрите, я рассказывала маркетинг, я сейчас уже повторяться не буду, потому что уже час почти прошел, да, я рассказывала, рисовала прямо, как, что работает. И здесь эту компанию, да, открыла Анна Михеева, она сама русская женщина, но так как компания у нас, получается, денежка-то идет от человека к человеку, да, она на краудфандинговой площадке. Такое слово кому-то знакомо, кому-то нет. И компания зарегистрирована в США, штате Делавэр. То есть зарегистрировать в странах СНГ ее нельзя было. Вот в России нет краудфандинга, в Белоруссии нет, в Казахстане нет краудфандинга, нет такого закона. Если закона нет, соответственно, компанию здесь зарегистрировать нельзя. А в США, в Делавэр штате есть такой закон. И поэтому компания там была зарегистрирована. Компания раз в год проходит проверку и выдаются новые документы. Вот у нас документы были в марте. Компания прошла проверку того года, в июне или в июле выдали документы, то есть это не так быстро все делается, да, вот летом были выданы документы, то есть вот сейчас опять компания будет проходить проверку, да, и нам опять там в июне выдадут новые документы, то есть все, на следующий год, все, мы спокойно работаем, вот, поэтому можно это все проверить. Напишите пригласителям, скажите, дайте Telegram-бот. Я хочу посмотреть документы, то, что в реестре страны эта компания числится, что вот каждый год она проходит вот эти проверки, там все это отражается, то есть это все можно увидеть. Это не фантики какие-то там, да, не бумажки. Все проверяйте. Здравствуйте всем. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте всем. А у меня такой вопрос. А если больше 2-3-5 человек пригласишь, и уже доход больше будет? Спасибо. Конечно, конечно. Здесь получается, смотрите, вы пригласили двух, эти двое бегут за вами. Вы пригласили 5 человек, 5 бегут за вами. Да, соответственно, у вас уже денег будет приходить гораздо больше. Поэтому я и говорю, что здесь кто пришел за деньгами, вот я пришла тоже здесь зарабатывать. Мы же и людям помогаем, да, и сами зарабатываем. Поэтому делимся такой возможностью. Я вот 3 года уже почти я делюсь и рассказываю. У меня почти вся команда, вот все, кто ко мне пришли, они ушли с найма. Это же так круто, это вообще мега здорово. Видели сегодня гостевом. Да. Например, я тоже сегодня писала и объясняла тоже. Я с найма ухожу вот через месяцок и тоже хочу к вам присоединиться. Мне очень нравится. Я была в найме, в Версусе, в многих компаниях, и там такие заморочки в маркетинге. Но здесь я прочитала и просмотрела маркетинг. Мне очень даже понравился. Он проще простого и все понятно. Мне очень нравится ваша компания. Да, на самом деле маркетинг простой, и когда мы берем еще ручку, листочек, рисуем, вот тогда у нас еще быстрее приходит понимание. В принципе, понять-то, что нужно. 2 человека вдруг подружку встали, все, возврат денег. Дальше вы только, да, партнеры стоят, только зарабатываете, зарабатываете 100% по маркетингу идут выплаты. И в автохаусе они увеличиваются. Все, то есть, да, вот такого да. Тоже я не видела нигде. Здесь же как вторая математика получается. Математика, да. Я сама учитель физкультуры, я с математикой, скажу, не сильно раньше дружила, но вот я когда увидела, я поняла, что все, я должна быть здесь. Ну, математика такая простая, да, вот так даже скажу. Спасибо большое. Можно еще вопрос? Вот смотрите, да, Ирина. Вот первый стол, да, $150. Он как бы закрывается. А можно с этого же стола взять, ну, как бы заработать деньги и купить сразу стол за 300, проплатить? Вот, спасибо, что сказали. Я хотела тоже про это рассказать. Да, можно так сделать. То есть как у меня делают партнеры. Вот пришли, да, мы себя видим сверху. Пришел первый партнер, второй встал вниз, 150. Пришли на баланс,
третий партнер в матрицу 150 на баланс, да, вот к вам сюда приходят, и в сумме $300. То есть у меня ребята, кто не могут сами, да, зайти и купить автохаус, они вот так вот поработали быстренько, два партнера вниз, и вот за эти 300 они уже с первого круга открывают себе автохаус. И дальше идут каждый стол, второй, третий и так далее, дает им 150, по $450. Можно, да, можно так. Угу, все, спасибо. Понятно. Скажите, пожалуйста, это не пирамида или что такое-то? А, Малик, я только что про пирамиды рассказывала. Пирамида – это там, где есть общий кошелек. Вот, да, все, кто сюда пришел, например, на трансляцию, ну вот сколько нас сейчас человек? 171 человек. Да? Если бы вы пришли в пирамиду, да, и я вместе с вами, все деньги, которые бы мы вложили, ушли админу. Все ушли бы админу в кошелек. У нас нет общего кошелька. Админ пришел 5,5 лет назад, и когда вот ко мне пришла Лена, денежка ушла человеку, который стоит вот здесь надо мной сразу же. Пришла Вика, денежка пришла мне. Прибежала Лена, денежка пришла мне. Прибежала Наташа, денежка пришла мне. То есть, видите, не уходят никуда деньги. Если дальше мы откроем матрицу. Вот прибежала Аида, денежка пришла Лене. Прибежала Наташа, денежка пришла Лене. То есть у нас все выплаты через одного человека. Вот это и большая разница, да, с финансовыми пирамидами. У нас не путайте. Все хорошо, хорошо, понял. Так, еще, ребят, если вопросы есть, задавайте. А скажите, пожалуйста, обучение начинается с какого стола? Вот такое конкретное обучение, где ты уже все тебе рассказывают, все секреты и всю подноготную. Смотрите, здесь даже не на обучение, смотрите, а если есть возможность, да, хотя бы со 150 заходите, если есть возможность. Если нету, со 75. 75 у вас тоже, если я не ошибаюсь, от Александра Бека обучение открывается. С 30 открывается вроде только старое обучение 2020 года. А 70, или с 75, или со 150 уже новое открывается. Вот здесь я уточню, техподдержку надо написать, точно не скажу. Но в любом случае в команде мы вас также будем обучать. Поэтому в команде у вас будет обучение. А вопрос в эту команду уже вы сами, да, перекидываете нас? Я так поняла, правильно? Когда вы заходите, вот такой вот кабинет открываете, нажимаете слово «офис», да, там, ну, например, стол 300, да, заходите, нажимаете кнопочку «купить», все, вы становитесь партнером. И человек, который вас пригласил, он уже отписывается нам в рабочие чаты, да, что вот ко мне зашел такой-то партнер, добавьте его во все чаты наши. Все, и вас добавляют. И уже непосредственно начинается вся работа. Так, если вопросов больше нет, ребят, или есть все-таки еще вопросы? Включайтесь, если у кого-то есть вопрос. Так, руку. А вообще такие видеозвонки это каждый день, да? Я так поняла. Каждый день, да, мы проводим созвоны. Вот нашей команде, да, уже 3 года мы проводим в течение 3 лет каждый день в 12 часов и в 18 часов по московскому времени, за исключением воскресенья. Воскресенье у нас только утром, то есть, да, такой мини-выходной, вот, а так каждый день. По понедельникам вечером вебинары от Татьяны Романовой у нас еще идут. Так что можете в любой момент заходить. Можно в созвоны прослушать в записи. У нас есть отдельный чат с записями, и можно эти все созвоны любой промотать там даже 2 года назад и послушать все, что хотите. Любой созвон. Ксения, а в пятницу тоже вечером созвоны? Или да, да, да. В пятницу. Нет, в пятницу вебинары у нас раньше были, но сейчас созвоны мы здесь в чате проводим. Все понятно. У меня есть вопрос к вам, да? Да, задавайте. Вот был разговор, да, вот насчет этого, там, налогов, там, перевода денег, там, вот такие, да, вот эти вот были, да? Правильно, да? Был вопрос. Да. Вот я, например, вот живу в Баку, да, например.
Вас не слышно. Слышала, что в Баку живете, и все, и вы отключились. Да, вот я живу в Баку, да. Вы меня слышите, да? Алло. Алло. Я вас слышу, говорите. Говорите, говорите, вот слышно. Вот я живу вот в Баку, да, вот. Вот как вот насчет вот перевода вот это все, да, вот для налогов, вот это все, да, вот как это будет? Смотрите, по налогам, да, точно так же, как, в принципе, везде, если вы, да, вот уже, когда вы начально приходите в команду, я вообще всем советую с налогами не торопиться. То есть вы только-только пришли, у вас выплаты пойдут еще не такие большие, и не в любой стране, абсолютно в любой, налоговая придираться к вам не будет. А потом, когда уже, да, в дальнейшем у вас выплаты будут уже большие, огромные, вот там, да, сделайте себе там ИП, самозанятость, ну, в разных странах по-разному это все называется, но смысл-то один. И все, и будете спокойно отчислять налоги, при этом еще и зарабатывать больше, чем вы зарабатываете в найме, в десятки раз. Да не то, что в десятки, а в сотни. Так что здесь можете насчет налогов не переживать. Ага, понятно, ей, спасибо. Так, ребят, давайте тогда будем потихоньку заканчивать, чтобы... Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, здравствуйте, пожалуйста, можно вопрос? Давайте тогда последний вопросик, да, чтобы не затягивать, не то будет слушать в записи. В чем заключается работа после подключения стола? Мы общаемся с людьми и делимся информацией про компанию BeFree. То есть мы с людьми и так общаемся, да, разговариваем там. С утра проснулись, с семьей пообщались, на работу пришли в найм, там пообщались, знакомых встретили на улице, с ними пообщались. У вас появится дополнительная тема, да, к общению с вашим окружением, с соцсетями, через интернет с людьми, и просто рассказать о возможности зарабатывать точно так же. Кто хочет, тот сюда приходит. Ну, кто не хочет, тот идет дальше и живет так, как ему комфортно. Все. То есть мы просто общаемся. У нас информационный бизнес. Угу. То есть не надо ничего продавать, ничего там такого, да? Делимся информацией, больше у нас тут ничего делать не надо другого, да, то есть, как я всегда говорю, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот эту поговорку, да, я вот поняла, что она реально работает. Вот, ребят, всем огромное спасибо, кто был на голосовом, кто задавал вопросы, будем заканчивать, чтобы в записи тоже ребятам слушать, кого не было, было комфортно, да, когда больше часа, немножечко уже тяжеловато это все слушается. Вот, и ждем вас также завтра в 12 часов, 12-18, приходите, тоже задавайте свои вопросы. И если вопросы будут появляться, можно в чате писать, в чате либо пригласителем. Также все подскажем, все ответим. Все, всем еще раз огромное спасибо. Всем пока-пока. Все, спасибо, до свидания. Спасибо.